Всем привет, друзья! Наконец-то выбрались на рыбалку, наконец-то выбрались в тайгу. Идем вдвоем с Николаевичем, идем, как обычно, за харюзу. Думаю, что-нибудь получится поймать, ну и думаю, конечно, естественно, получится что-нибудь поснимать. Всем до встречи на реке, поехали! Так, ребят, ну что, мы на реке. Пробуем первые забросы. Если честно, прогулялись мы так очень неплохо, порядка 11-12 километров у нас заход получился. Но, я скажу честно, очень даже комфортных условиях, можно сказать, шли. Дорога такая оказалась не хлопотная, не устали, даже не отдыхали, сейчас сразу снарядились и начинаю забрасывать. Пару забросов сделал уже, небольшой харюзочек погнался. Для того, что все-таки он здесь есть. Ау! Попался! А вот Николаевич есть тут. Присел. А, вот у меня гонится. Гонится. Малыш тоже. Он щипает за хвост щипает. Тоже. У меня тоже он небольшой гонится. Не стал даже выдернул, все, блеснул. Сейчас приду до того дальнего поворота, попробую. А потом Николаевич буду нагонять. Есть хрюзок, есть. Ага. Все, походу мелочь будет мучить нас. Присел какой-то товарищ. Сковородочный. Какой пойдет на зачет. Такой уже пойдет небольшой. Черт, вот он. Ну, такой средненький. Поймал. Ну-ка, засветь. Угу, хороший. Зачет. На щучку похож так, да? Бурны. Килограммовик есть, наверное. Калач, таком матершинник стал вообще. Ты да, помогу? Ну ничего. Вот и щучка нарисовалась. А я боялся. Короче, еще кидаю, еще раз возьмешь. Не с первого. Присел. А, харюзочек, наверное, небольшой. Ну, такого.
что, парень, иди расти до следующего года. Как минимум до следующего. К сожалению, даже в тайге сталкиваешься вот с такими вот товарищами, которые вот так вот себя ведут нехорошо на природе. Да. Ничего не сказать. Поймать бы в башке бутылки это треснуть. Остановились пока на перерыв. Решили пожарить мясо. Сальца, вернее, курдиночку такую хорошую. И сейчас перекусим сейчас. Отдохнем чуть-чуть, пойдем дальше. Прошли уже 16 километров за сегодня. Ну, в целом, за дорогой 12 по лесу получается. И 6, сколько там, 4 по реке. Поймали пулкана где-то, сейчас покажу тоже позже. Николай чистит пока рыбу. Так, конечно, всегда хочется побольше. Всегда хочется покрупнее, ну, как есть пока. Вот как-то так выглядит местная природа. Пропороли лодку. Чуток вон днище зацепили. Дырку сейчас заклеим. Это делаем. Бывают такие у нас неприятности. Ничего страшного. Готовили обед, порезал огурчиков, сальца. Что-то, Николай, сейчас хочешь сделать? Сейчас хочешь сделать? Да, вот такая вредная дырочка маленькая. Зацепили березу туда, да, скорее всего? Нет, по камням, да? Ну, что, боевая лодка, вот какая-то. Активность кариуса подупала. Вон там, ну, от воды бликень. Будет видно. Там парочку небольших плавает здесь. Подупала к обеду. Ну что, как бы, думаю, что это в принципе стандартное поведение кариуса. К обеду он хуже клюет. Сейчас будем ждать вечернего клева. Отдохнули, полежали пару часов. Так, что поймали? Видно, не видно будет. Хорючки. Ну, полкана, да, Николаевич? Ближе к этому. А? Поменьше чуть-чуть. Ну, что, ну, близким вот этого. В принципе, могло быть и хуже. Так, ну что, ладно, собираемся, погнали дальше. Лодку подклеили. Сейчас посмотрим, что. Так, ну что, продолжаем движение. Да я на камеру снимаю. Да, сразу же вылетел. Опять маленький, чем малыш.
плыви еще. Подрастай. Подрастай, расти, набирайся сил. Наконец-то хоть на зачет. На зачет хотят наконец-то корзочек. Тоже не крупный, но уже такие вот зачет мы берем. Так, в что кидаем, Николай? Куда они кидают? А? Куда они кидают? Поводки есть. Это блядь, который плескался, видишь? Сразу вышел. Сразу же вообще. Угу. Такая небольшая проводка была. Не хватило чуток проводочек. А вот он. Есть, все. Ах ты ж, что ж ты будешь делать? Вот он. И стоит. Ага. Никуда не уходит. Ага. О, прикинь, еще раз пошел за ним. Еще раз пошел. Хочет, хочет. Везет, прикинь. Офигел. Вон он. Вон, смотри. Оп. Видишь, прискнулся. Пошел, 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 пошел. Блять. О, их там трое, слышь. Ага, вон они прям. Вон вдвоем прям. Еще третий там у них какой-то. Ничего себе, ребятки, сейчас. Вот, вот он. Вон, Николаевич. Ох, хорошо попал. Ну, носом под тебя пошел. Дернул за хвост и дернул сам. Неплохой. А он тебя бегал, да? Нет, у тебя бежал, я сразу увидел. Николаевич, такую. А? Ты Саша, такой... это для тебя. Саша, посвящается это тебе. Ради тебя, да. Саша. Сан Саныч. Это ради любви. Нам тебя не хватает. Видишь? Вот уродное. Кидай, вот кидай. Ого. Ты видишь, да? Ага. Уже тебе бухом подходил. Вот он, вот он. У меня за хвост у меня блесну ударил. А вот. Не. Это мельче. Тут большой был. Тут помельче гораздо. А, вот он, вот. Ага. А вот его. Сан Саныч, это снова для тебя. Да. Потому что сегодня вся рыбалка ради тебя. Посвящается. Да. Так и назовем. Выезд для Сан Саныча. Там что-то вроде еще было, если честно. Еще вроде прыгал у меня один. Ну сейчас.
Ну, впереди вообще неплохое вроде место, если честно. Вообще впереди вроде неплохое место, если честно. Малыш? Да. Не будешь брать? Слушай, ну я жду, в принципе, уже сковородочный. Сейчас, может, сварим. Будешь уху? О, вот. У него же попал лучше. А? А, точно. Тогда. Да, вот, слышишь, два вылетело сразу. Че нет? Слушай, вот. Промазал? Ударил по ней с бочины, подошел. Сбоку подошел, ударил. Ага. Ну типа мешает, да. Не то, что клюнуть, а просто вот, ага. Вон, опять убежал. Ну промазал, сейчас возьму покидает. Слушай, может, все-таки это уже вечерний клев пошел пока? То бишь, утренний, ты уверен, что это не утренний? Это огурчики. Сойдет. И он такой же вот здесь. Да? Блин, ну чуть меньше. Куда ты делся? А вот. Нет, не он. Малыши вообще, карандаши. Блесну размером, такая килька. О, вот он еще один. Присела. Я вытянул, а ты же бочина была. Не, вот. Нифига себе. Вообще ничего не боится. Я, блин, слушай, офигел, увидел ее перед собой. Укололась? Ну, но все равно и что-то. Сейчас думают, что окунь. Прям под ногой у меня клюет. Ну что, ребят, первый день получился у нас достаточно неплохой. Поймали вот такой вот 10-литровый кан. Полный, набили. Вот эти примерно около 8 килограмм. Неплохо отловились, неплохо пофигали харизу. Утром, конечно, клев был лучше, вечер чуток похуже. Ну ничего, днем вообще его практически не было. Ну так он, так это типичное, в принципе, поведение харизу. Так что считаю, что нормально все. Фу, думаю, с утра уже, наверное, ловить не будем. Сразу же будем выходить. Будем выходить уже домой. Посмотрим еще, по грибам пробежимся, по барам, если будет время. Может, что-нибудь еще пособираем. А так, в принципе, хороший результат. Хорошей трудовой рыбалки. Считаю, что рыбалка удалась. Спасибо за просмотр. Всем пока.